Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы смотрим игрушечку под названием TAPS, то есть Totally Accurate Battle Zombilator. Игрушечка, видимо, приурочена к 1 апреля, прислали мне приглашение в нее. Так, по звуку я понял, надо сделать будет потише. Короче говоря, прислали приглашение мне, ну поздно ночью, уже 1 апреля, поэтому не успел я записать это все дело в нужный момент, поэтому только сейчас записываем. Так, короче, что у нас здесь? У нас здесь Quick Match Server List Quick Game. Это, короче, у нас какой-то... Здесь нужно цвет выбрать. Онлайн-сражение? Или что? В смысле? Я не понял. Подожди, я... Я... Человечек? Кто это? Кто это? Кто это кричит? Я человечек из армии Тапса? Я маленькая красная вот эта вот чучела, которая непонятно как ходит. А что надо делать? Подожди. Это что, выживалка что ли? Я не понял. Это мы, короче, попадаем в мир Тапс, только теперь уже глазами чуваков. Так, прыгать. Прыгать можно. Ага. Так, я понял, хорошо. Что у нас еще есть? Приседания. На shift мы ускоряемся, да? Ага. Ну идем к той башне, вон там какая-то башня высокая есть. Что? Что за подлаги? Сейчас разберемся, что тут делать. Домик. Надо облутаться. Это большой дом. Причем, знаете, он похож на этого. На дом. Hello. Neighbor. Привет, сосед. Так, тут есть что вообще? Че? Револьвер. Воу, нормально. Хорошо, у нас 6 патронов есть. А в кого стрелять-то? Есть враги вообще? Реально дом как из «Привет, соседа». Да, с таким прицелом, конечно, фиг что сделаешь. Ну ладно, что-нибудь попробуем. Так, топор. Как прицелить оружие? О! О, нифига себе. А у меня, оказывается, тут дофига всего. Да я с дробовичком лучше похожу. А, это темнеет или что? Это что? Так, тут вообще есть кто-нибудь? Алло. Мне сейчас немножко не по себе, потому что я не знаю, чего здесь ожидать от этой игры. Ждать ли здесь зомбаков или же других игроков. Погнали наверх. Сейчас попробуем сверху осмотреться. Блин, а чё, выше нельзя? Угу, вот же ж хрень. Блин, ну как бы должны все идти сюда, по идее. Ой, я лежу. Я лег. Я тут полежу, пожалуй. Ну ладно. Почему я один? Стойте, люди, где? Зомби, люди. Что вообще происходит? Темнеет, капец. Очень темно уже. Уже очень-очень-очень темно. Эй, есть кто? Ау. Живые, мертвые, неважно, кто-нибудь, хотя бы пошевелитесь, чтобы я видел, что здесь что-то происходит. Пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. Мы где-то бегаем, непонятно где. Уже очень темно. Ну. На тап тут, кстати. Тап это инвентарь. Хорошо. Всяких патронов куча. А как понять-то это? Чё, к чему? Угу.
Ну, как бы ладно, давайте попробуем сейчас, может быть, ручками на какой-нибудь сервер зайти, не в Quick Match войти. Может, здесь такой же один чувак, но на другом конце карты гоняет. Я надеюсь, ты квитнешься. Ага, вот они, полетели. Трупачки. Стильненькая менюшка такая, прям очень прикольно сделан. Этот поворот, да? Давай, сервер лист. Я что-то не понял. А где? Где количество там кого-нибудь? У, какая там шняга. Сейчас пока я вот сюда вот зайду. Так, давай. И, опа, давай. Есть, запрыгнул. В дверь теперь. Оп, хорошо. У нас нифига нету. Так. Всякие патроны мы взяли. Ага. Но вот из чего их выпускать у нас нет. Я не понимаю, здесь все-таки это сетевая игра с другими игроками или нет? Где все-то? Алло. Я сейчас, если правда встречу кого-нибудь, то... Опа-на. Бежим, 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 бежим. Я что-то там вижу, или кого-то, или что-то. Давай, давай, давай. Во-во-во-во-во-во, вот здесь, здесь, здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Привет! Здорово! Да можно лупануть? 97 хп! Так, у нас жесткая рукопашная битва. Это зомбак! Это зомбак! Это зомбак был! Воу! Привет, зомбак! Отлично, первая встреча с зомбаком. В рукопашку мы его завалили, потеряли, правда, 12 хп. Ну ладно, ничего страшного. Вон домики там, идем туда лутаться. Ну ладно, хоть одного живого увидели. И чего? О, хп восстанавливается, прикольно. А что дальше-то? Total Accurate Battle Zombilator. Что делать-то вообще надо-то? Что там? Где? Во. Блин, еще патроны. Почему? Вот тут одни патроны, короче. А что-нибудь пошмалять дайте. Я зомбака в рукопашку завалил. Дайте мне что-нибудь пошмалять. Вот тут должно быть. Давай, ну. Еще патроны. Класс. О, ну хоть топор появился, отлично. Хоть топором теперь можно рубить. Угу, эта шняга не рубится. Ладно, где там это было? Во, вот там вот. Надо идти к этому генератору. Он меня прям манит. Я знаю, что там что-то есть. Такой тык-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 тык. Я представляю, как это со стороны он выглядит, это носится. Интересно, что по кнопкам? Здесь главное, ни опций никаких нету, ни управления, ничего. Просто, типа, входи в игру и гоняй, и дерись. Что это? Ничего. Вон там еще домики. Блин, сейчас мы в округе здесь походим. О, там что-то прикольное. Надо расследовать пока, что здесь есть, что здесь к чему. Так, давай, давай, давай. Что у нас тут? О. Опять патроны. Да ты, блин, что будешь делать-то, а? Патроны, патроны. Ты их же... Вот так вот отлетел нахрен от топорика сразу. Подожди, что происходит? Где я? Что со мной? По-моему, я провалился под текстурой. Я вижу свои... Ой, глаза. Вот так, не надо было подходить и добивать его топором. Знаете, дети, если вы убили зомби, никогда не подходите к нему, не добивайте топором, просто бегите. Но зато здесь у нас сразу много-много всего. Револьвер, вау, и автоматик есть. Так, ну ладно, тут хоть зомбаки есть, а... О! Сейчас будем, короче, испытывать меткость. Ну-ка. Давай-давай-давай, и... Попал. Убил? Никого? Интересно, если я встречу другого игрока. Они будут меня пытаться убить? О, привет, 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 дружище, привет. Блин, вот эта вот тряска. Бам. Бам.
Вот так вот, чётенько. Даже с такой треской получается неплохо. Ух ты, смотрите, сколько их здесь, а? Ну-ка. Не-не, промазал. Ну, стой. Подожди, он блокирует, что ли? Или он мне сейчас показывает? Слышь, мразь, ты что мне показываешь там? Хорошо, давай пока на пистолет. Револьвер. У-у-у, привет! О, еще прикольно. Нифига себе, револьверчик такой. Я даже не ожидал, что он так будет шмалять мощно. Ух ты, это что? О-о-о, это что-то прикольное, ну-ка. Репитер, повторитель. Хорошо, вы смотрите, пошла движуха, пошла жара-то. Нужно было только немножко походить. Вот там вот амбар еще у этого домика. Пойдем его завалим и облутаем этот домик. В чем прикол, я хрен его знает. Никаких очков здесь нету. Ничего нету. Но зато... Ты куда? Слышь? Куда он убегает? Вон еще зомбаки. Э, парни! Иди сюда, мне надо репитер потестить. Ну-ка. Он споткнулся. Ну-ка, иди сюда. Быстро подошел. На нахрен! Нифига себе, репитер такая мощная штучка. С одного раза в корпус, короче, убирает. Вот это неплохо. Сейчас бы кого-нибудь из игроков встретить, а? Так, ты ползаешь? Нет, вот так вот встань. Патроны, патронов у нас нормально. Ага, еще один репитер, хорошо. Короче, в чем прикол, я не знаю. Но забавно. Как первоапрельская шутка, в принципе, пойдет. Во! Я опять к какой-то шахрени пришел. Сейчас полезем на нее. Во, это что там с ними происходит? И... Чувствую себя просто уничтожительным зомби. Я одинокий воин. С трясущимися руками и ногами. У меня серьезное заболевание. Трясучка называется. Я, короче, должен пробраться вот к этой хрени. Не умерев. Правда, если я смотрю прямо, я не вижу. Я смотрю боком, то вижу. Это секретная хрень, которую нужно изведать. Разведать. Что же там такое? И понять все тайны бытия, моего существования, откуда я вообще взялся и почему я дрожу весь. Я уже полностью экипирован, к бою готов, крошу зомби на раз-два. Я не ранен, я сыт, я не испытываю жажды, у меня огромные запасы оружия просто и патронов. И я смело, без толики сомнения, иду вперед, к своей цели. Вот так вот. Вот такая вот история нашего героя. Этого маленького, красного, пучеглазика, трясущегося. Мы уже почти у цели. И зомбаков здесь нет. Мы как раз там где-то вот в центре, видимо. Я не знаю, что это. Центр был. Карта есть? Карты нет. Наткнулись прямо на большие скопища зомбаков. Там среди трупа их огромное количество. А здесь что-то нету. Ладно, главное сейчас не отлететь опять из-за бага. Что за хрень? Интересно, если я доберусь. Что это? Это ничего, это тень, трава. О! Эй, смотри, лет... Я знал, что рядом с этой штуки будет что-то. Рядом с этой штуки будет что-то необычное. Это зомби? Стой, 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 куда он, куда он? Подожди, подожди, подожди! Стой, 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 стой! Он отлетел? Это что было такое? Это что за зомбарь-то вообще такой? А там что? Ух ты! Там огромный, огромный обрыв. Так, есть такой вот ствол. Да не, мне репитер нравится. Я на самом деле думал, в какой-то момент подумал, что это будет из Тапса этот, знаете, раб, который такой-то летает и такими штуками фигачит. Офигеть. Так, ну и зачем вы мне эту игру дали? Слышите, Landfall там, кто вы там?
Дали бы мне лучше в ТАПС доступ. Я вам писал, просил, а вы мне писали, что, типа, к сожалению, не всем раздаем. У нас списки, у нас то сё, мы следуем им. А вот негодяя, вот это прислали. Ну, нафига это надо? Тут уже никого нету. Тут вот эти вот зомбари, мы уже их научились убивать. И мост какой-то. Так, тихо, главное сейчас не упасть. Так, иди. Иди. Просто иди. А ты беги. Ай. Беги, беги. Я надеюсь, на другой стороне моста нас ждет что-нибудь интересное. Можно бегом. Можно бегом, но можно лучше и пешком, потому что пешком будет надежней. Здесь лучше прыгнуть. Опа! Я показал, что мы падаем, но не мы не падаем. Почти добрались, почти добрались. Все, быстро с моста, быстро. Фу, это было очень страшно. Так, все, погнали. Мы должны все-таки узнать... Блин, там что-то интересненькое. А, это дом соседа, не? Блин, не, это что-то новенькое, там другое. Так, короче, погнали вот сюда вот. Все. Там еще что-то, блин. Хочется посмотреть на все. Тут, может, какие-то есть все-таки приколюхи, штуки, дрюки. Всякие интересные супер-зомби. Или, может, и другие игроки спрятались. Сидят там сейчас, костер развели. А сидят, болтают. А я тут такой хожу. Че ты за здание? О, дыра. Ни пещер не будет, блин, жалко. Короче, на горы ему пофигу на отвесные стенки. Он забирается, как нифиг делать. Здесь у нас типа зима. Так, войти туда можно? Ага, на отвесные стенки ему на самом деле не пофигу. О, отлично. Во, ха-ха-ха, подъем. Подожди. Что это? Пошли. Мы нашли какое-то священное место. Этот поход оказался не напрасным. Это что-то прямо вообще такое. Что за... Надо быть очень аккуратным. А, подожди, вот дурак. Нет! Нет, пожалуйста! Где-то здесь орут зомби. Вы слышите? Короче, мы пошли наверх. Давай. Главное, не заключило, чтобы ничего. На эту дырку пофигу. Или не пофигу. Давай, вот дырка. И чё там? Класс. Идем. Все, бежим, без остановки. Мы сейчас узнаем какую-то очень важную тайну, между прочим. Это будет суперсекрет. Мы окажемся самыми осведомленными игроками, игравшими в Totally Accurate Battles and Villager. Мы почти дошли. Куда-то. Пришли. Тут что-то лежит. Здесь очень сильно лагает, во-первых. Во-вторых, здесь какое-то очень крутое вооружение. Здесь военное снайперское оборудование. И что? А что дальше-то? Все? Мы типа взяли самое имбовое оружие, можем теперь уходить? Интересно, если мы спрыгнем? Опа, подожди.
лабарей снизу. Там их огромное количество, нифига себе. Да ладно. Блин, меня... Почему меня сносят? Там их просто невероятное... Невероятно огромное количество. Ну-ка. Вы видите, что происходит? Вы видите? Не тормози, пожалуйста. Что происходит? Что творится? Алло, игра. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не делай этого. Игра. Нет, 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 нет. Это было помутнение. Это была какая-то хрень реально. Военная база. Вы звоните? На самом деле здесь можно... О, еще. Здесь можно ходить, не переходите. Какие-то штуки происходят. Чего в башне там произошло? Я не понял. Там снизу оказалась огромная толпа зомби. И из-за долбанных лагов мы упали вниз. Надо туда сходить. Собрать оборудование. Но сначала мы зайдем сюда. Вот проход. Да? Нет? Нет. Перепрыгнуть нельзя. Так. Давайте посмотрим, что здесь. И на этом мы, наверное, закончим наше знакомство с игрой Tabs. Totally Accurate Battle Simulator. Zombulator, в смысле Zimbulator. Zombulator. Зомбилятор. Да ну, тихо ты. Бла-бла-бла. О! Успеем мы еще? Успеем. Давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Это кто там такой? Это кто такой маленький? Это кто такой хорошенький? А это этот придурок с рогами. Не пойду я к тебе. Я пойду за своим снайперским оборудованием. Блин, правда, вот при таком нашем персонаже главном стрелять здесь из снайперки это вообще нереально. Я надеюсь, зомбаков не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие отвесные горы, скалы. Но у нас персонаж закаленный, он скалолаз бывший, да. Он несколько лет был мастером спорта по скалолазанию, я не знаю, какие там ранги, какие у них там звания есть. Но он достиг огромных высот, и у нас начинает лагать. Это, видимо, из-за того, что там огромное количество зомбаков. Сейчас они как на нас повалятся. Я уверен, что здесь есть какие-то суперсекреты. Я уверен, что здесь есть пасхалки. Вот, например, вот это, да? Бац-бац, и там толпа зомбарей. Мы сможем найти свой... За... Фу ты, блин, это наше тело. И мы скользим. Я веб-сериист. Уйди! Уйди, мразь! Уйди, маленькая мразь! Уйди! Маленькие мрази, вы посмотрите! Это маленькие уроды! Уйдите! Уйди! Всех перетоплю! Всех перетопчу, блин! Ну, я там огромное количество их перетоплю. Они маленькие! Маленькие! Писюка-то вообще! И мы ни хрена не видим сдвоенный дом. Дом близняшек, блин, нифига себе! Короче, здесь угарно, можно походить, но как бы, знаете, если себя не развлекать, не ставить себе какие-то цели, то, естественно, кто запустит игру или посмотрит даже здесь у меня, да, так скажет, что за бред, что ты ходишь по пустым локациям, как бы, и я не знаю, еще что-то умудряешься развлекаться, ну как бы, блин. Опа. Ты игрок?
Игрок. Он будет настрелять или нет? Это был игрок или нет? Это, видимо, был игрок. Ну, как бы, я не знал, чего от него ожидать, я испугался. У меня палец случайно сорвался на гашетку, и я выстрелил два раза очень случайно. Потому что я очень боялся. У меня... Вы же видите, какой у меня персонаж трясучий? Видите? У него все дрожит, у него все трясется. Естественно, он случайно нажал на выстрел, и такая вот неприятная история получилась. Я очень дико извиняюсь перед этим человеком, которого я пристрелил. Это очень крайне неприятная ситуация. Очень, очень. И поэтому, как бы, приношу ему искренние извинения. Я готов ему отдать лут весь, который я собрал с него. Огромное количество просто патронов. Я все это готов вернуть. Так что... Подходи, дружище, подходи. Че ты? Можешь забрать все, я тебя выкину. Если, правда, найду, как... Что-то впереди. А, это дерево, да? Мне интересно, а здесь Chicken Man Man есть? Здоровый такой зомбарь какой-нибудь. Просто огромный. Который тебя хрясь и раздавил. Это было прикольно. Наверняка где-то есть. Если маленькие писюка-то есть, то значит и огромный писюк есть. Давайте до этого домика дойдем и на этом уже закончим действительно развлекаться, потому что, ну, блин, здесь можно бесконечно ходить. Я смотрю, здесь территории просто огромные. Всякие штуки-дрюки тут есть. Так, а что это? Можно залезть. Ага. Наверх. Здесь, о, о, нифига себе, вы посмотрите, они даже умудрились, у нас уже даже инвентарь заполнен, а здесь даже они умудрились сделать, смотрите, это паркур, как бы, это, типа, Assassin's Creed, там, я не знаю, элементы, чтобы надо было, тихо, 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 опа, чтобы надо было, вот так вот, вот, и никто меня не достанет, я могу отсюда сидеть и снайперить, смотрите, какой прекрасный вид. А потом сделать прыжок веры. Ну, сену-то забыли постелить, конечно. Конечно, не получился прыжок веры. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Собственно, посмотрели мы с вами первоапрельскую... Первоапрельскую версию Тапса под названием Tabs Totally Accurate Battle Zombilator. В принципе, забавненькая, наверное. Вот. Ну, поугарать здесь можно, короче, найти себе развлечение, походить, поискать всякие секретики. Я думаю, здесь таковых еще очень много. И поискать Chicken Man Man. Кстати говоря, если вы находили какие-то приколы, пишите обязательно в комментариях. Может быть, стоит куда-то сходить и найти что-то интересное, может, вы уже находили. Вот, ну, на этом все. С вами был Рост на канале Midcore Show. Игра Tabs. Total Accurate Battle Zimbulator, Zombulator. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока!